Эй, приятель, я расскажу тебе, что сегодня происходит в этой стране. В честь 20-летия круглосуточного вещания ты еле-еле успеваешь поговорить со своим ежедневником. Итак, я все успел? Премьера документального фильма «До и после тишины». А у меня нет ответа на этот вопрос. И у меня очень на многие вопросы нет ответа. 7 января в 15 часов.